Доброго здоровья всем. Вот, первый раз в жизни мозаику ложу. Не посмотрел, кто как и ложит. Короче, думал, ну, взял гребеночку там туда-сюда, раз-раз. Короче, взял гребенку высотой 5 миллиметров. В итоге клей вылазит через эти штучки, короче, через швы. Вот я потом замучусь это все прочищать. То есть надо гребеночку миллиметра 3, наверное. Все оно какое-то такое живое какое-то. Короче, замучился я. Нафиг. Видите, и тут повылезало, короче. Клей повылезал. То есть на очень тоненький клей слой надо бы наносить, получается, мозаику. Чтобы не вылезали эти. Тут в одном месте вообще сильно вылезло, короче. Сначала вроде ничего пошло, потом раз, как бы я ложу, да, беру вот такую вот кельму, да, и как бы вот так тихонечко раз-раз равняю, как бы, да, чтобы на всей плоскости было. О. Не идеально ровно, оно не будет, мне кажется, идеально ровно совсем. Ну, хотя бы, чтоб прижал, так все одинаково было немножко, ну, как бы, соответствовало. Вот. И такая вот фигня, блин. Вот видите, это клей. Ой, блин, знал бы, блин. Сходил бы в магазин, купил бы более мелкую. Ну, теперь что, ложу уже. Ну, короче, я замучусь, наверное, эти швы чистить. Вот это все выгребать оттуда, чтобы затирать. Хотят белой затиркой как бы затереть. Вот такое золото как бы. Всего доброго.